Второй выводок. Первые птенцы были съедены или сорокой, или полозом желтобрюким. И вот второй выводок, нормально, вот птенцы четверо должны скоро вылететь. Они немного меня боятся, конечно. Боятся. Хвостики он выглядает, и здесь они... переживают, что их потревожили. Они нормально, его должны буквально через день, через два уже улететь. Оперились полностью, оперились. Все нормально у них.